Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать свои заказы с AliExpress и начать хочу вот с таких куколок. Как вы знаете, мне куклы нравятся, и когда я увидела вот таких милых малышек, то решила, что мне они нужны. Они продаются без одежды и обуви, то есть полностью голыми, но мне продавец их прислал в обуви. Ну, а одежду я уже нашла в своих запасах и куколок нарядила. Вот такие малышечки. Давайте покажу, как они выглядят. У них шарнирное тело, как вы видите, в коленях шарнир. Вот здесь тоже шарнир. В ручках. И тело выглядит вот так. Вот. Такие малышечки. Если я не ошибаюсь, то были они с разным выражением лица, и, по-моему, было 4 вида. Вот, я думаю, видно, что у меня с разным выражением лица. И также у них был разный цвет волос, и, по-моему, какие-то куклы с челочками шли, и какие-то без челок. Я выбрала вот таких. Была скидка, и каждая куколка обошлась мне в 253 рубля. Волосы я уже расчесывала, буквально, может, пара волосинок вылезла. Прошивка, конечно, такая бедненькая. Но сами куколки, на мой взгляд, весьма и весьма очаровательные. Тем более, не часто у куколок можно встретить такие молды, чтобы куколка, например, улыбалась вот так, чтобы зубки были видны, ну или с открытым ртом была. Либо вот такие милые ямочки были. И чтобы вы могли понять, какого они размера, я вам покажу другие куклы, чтобы вы, ну, примерно так могли представить. То есть это куколки-малышки, но при этом они больше, например, вот таких куколок Блайз. Сейчас, правда, таких уже нет куколок. Ну, я вам просто хочу размер показать. Но при этом они меньше кукол Барби. Шарнирная Барби. Давайте вот так покажу. Я думаю, видно, что она намного больше. И также больше, например, кукол Лив. Тоже, да, вот так, если посмотреть. Кукол Лив, правда, тоже уже давно не выпускают. Тоже такие красивые были. У них, кстати, снимаются парики. Можно парики менять. Здесь вставные глазки. Ну и вот так примерно по размеру они смотрятся. И давайте покажу, что же еще я заказывала. И начать я хочу с палетки от Zissi, которая приходит вот в такой коробочке. И сама палетка выглядит вот так. Я такую палетку увидела у Галечки, и, конечно, меня палетка заинтересовала. Единственное, я хотела сначала купить немножко другой вариант. То есть здесь как бы такая карусель с лошадками была изображена, и немножко были другие оттенки. Но пока я ждала, что, возможно, цена будет чуть ниже, ибо этот бренд не бюджетный, палетки пропали совсем с сайта и так больше не появлялись. Поэтому в итоге я взяла палетку с Алисой. На тот момент, когда я заказывала, палетка эта стоила со скидкой чуть больше 2000. Но я заказывала еще одну палеточку, и у меня был купон на скидку, и она мне обошлась, ну, дешевле. Давайте с вами посмотрим. Вот такая здесь информация. Так, это что-то отсвечивает, я думала, что-то порванное. Даже срок годности стоит. И давайте с вами откроем и посмотрим.
так подобные палетки и 3, и 4, и бывает, что цена 5 тысяч стоит. То есть надо ловить скидки. Здесь, как вы видите, двухсторонняя кисть. Вот такие оттенки и, конечно, красиво оформленные рефилы. Давайте с вами смотреть. Я здесь наберу 2 оттенка. Я с этим брендом пока не знакома. Ну, как раз познакомлюсь. Смотрите, как сияет первый и вот этот оттенок. Подобную гамму цветовую я люблю. Там из этой коллекции есть еще палетки в других оттенках. Даже продается сет из 3 палеток сразу, ну, в разных оттенках. Тоже на него, знаете, то 6 500 цена, то 7 500. То есть цены надо, скажем так, наиболее выгодные отлавливать. Так все сияет, сверкает. Давайте посмотрим еще 4 оттенка. Вот такая красота. Но я думаю, что это, конечно, для любителей подобной гаммы. Не всем, возможно, такие оттенки нравятся или нужны. Но мне и марку хотелось новую для себя попробовать. И дизайн самой палетки меня заинтересовал. Поэтому я, конечно, какое-то время думала, может, ну, стоит мне обойтись без этой палетки. Потому что, ну, в любом случае, не бюджетно она стоит. Но потом все-таки решила, что мне она нужна. Она, кстати, ну, на магнитной крышке, или как. И там, как вы видите, блесточки. Все, как я люблю. Здесь пленочка, потом ее я отклею. Давайте вот так положим красоту. И вторая палетка, которую я заказала, это вот такая прелесть. Она стоила 1200 рублей, но, как я уже сказала, я заказала сразу 2 палетки, у меня был купон на скидку, и в итоге за обе палетки я заплатила 2996 рублей. Ну, как-то вот так, то есть чуть дешевле каждая палетка мне обошлась. В этой серии вот с такими кошечками вышли 3 палетки. И самый свой первый заказ, когда я делала, я заказала все 3 палетки. И ждала, что ко мне вот такие 3 малышки придут. И представляете, ко мне заказ пришел, когда я как раз была на отдыхе на море. Забирала моя сестренка, то есть она не смотрела, она пакет забрала. Оставила у меня дома, и все. И когда я приехала с отдыха, взяла пакет, думаю, как-то интересно. Ну, пакет как-то выглядит, что там как будто бы не 3 палетки. Открываю пакет, а там мне прислали не мой товар. Ну, к этому товару мы сейчас вернемся. Вы увидите, какая здесь красота. И в итоге мы переписывались с продавцом. Продавец мне вернул деньги за 3 вот такие палеточки. А вот эта коробочка с товаром осталась у меня, получается, бесплатно. И вот второй заказ я уже посмотрела у Галечки сводчи на эти палетки. И решила, что я обойдусь одной палеточкой.
Я их, ну вот, на сайте представляла все-таки, что они побольше размером. Так, конечно, девочки даже со скидкой не бюджетно. Я не знаю, как смотрится на камеру, но это вот прям очень маленькая палеточка. Прям самая такая малепусенькая. Давайте я ее хочу сейчас сравнить по размеру с палеточкой от KeyBest, которая тоже меня своим размером поразила. Но, как вы видите, от KeyBest палеточка даже побольше. Это прям вот малышечка. Маленькая-маленькая малышечка. Давайте покажу вам на коробочке сначала информацию. Вот такая информация. И обратите внимание, что здесь всего 3,5 грамма на 4 оттенка. Давайте вот так положим и будем с вами смотреть. Вот такая палеточка. Даже жалко вот эти красивые рефилы затирать. Смотрите, какая красота. И посмотрим. Конечно, такая палетка, наверное, как дорожный вариант. Ну, если вы подобные оттенки любите, подойдет. Ну, знаете, легкая, маленькая, красивая. Вот я смотрю по сводчам. И у Галечки эта палеточка мне больше всего из трех понравилась. Ну, мне кажется, за такую малышку, ну, наверное, ну, цена рублей 500. Потому что действительно тут и по граммам мало. Такие оттенки. Такое ощущение, что у меня какой-то из оттенков не перенесся. Так, девочки, давайте посмотрим, какой не перенесся. А то получается, как будто я 3 оттенка нанесла. Наверное, вот этот светленький. Я вам вот так покажу. Вот светлый, им можно фиксировать базу по тени. Ну, конечно, такой малышечкой пользоваться даже немножко жалко часто, потому что, мне кажется, при частом использовании очень уж быстро она начнет заканчиваться. Тени мне нравятся, по крайней мере, по сводчам. Мне кажется, красиво. Насколько я слышала, бренд этот хороший, косметика качественная. И давайте покажу, что у меня оказалось, можно так сказать, случайным образом. Вот в такой коробочке. Я причем даже не сразу поняла, что это такое. Такая коробочка. Показываю в коробочке, потому что, чтобы вы обратили внимание, насколько все здорово упаковано. 3 грамма. Открываем с вами эту чудесную коробочку. Посмотрите, здесь тоже как красиво. Такая пленочка, пыльничек. Я вот не помню, она может даже в самом пыльничке была. Тут такой мешочек. Девочки, посмотрите на эту красоту. Это помада, и эти помады, насколько я помню, даже со скидкой стоят больше 2000. Конечно, за 2000 я бы не стала покупать помаду, но мне, представляете, вот по такой случайности помада досталась бесплатно. Сделано, конечно, все очень красиво, очень здорово. Молодцы, я считаю, что такую фантазию проявляют. Давайте я вам покажу оттенок. Вот такая здесь информация. Обратите внимание, что тоже срок годности до 8 марта 2024 года. Такое название. Она на магните. Единственное, вот заляпывается. Магнитик. Девочки, посмотрите, какая это красота. Я даже не представляю, как можно, как это, гравировка или как называется, вот так красиво все делать. Смотрите, это просто вот произведение искусства. Представляете, сколько труда вот так придумать все, вот так сделать. Вот здесь название.
Даже жалко. Жалко пользоваться такой красотой. Хочется рассматривать. Я так понимаю, здесь дракон изображен. Вот, если смотреть, да? Пока красота не стерлась, хочется показать. Ну, конечно, замечательно. И давайте посмотрим оттенок. И обратите внимание, оттенок очень даже носибельный. Для кого-то может, конечно, ярким показаться, но в любом случае, по крайней мере, это не помада какого-нибудь рыжего или оранжевого цвета. То есть мне, например, ближе именно вот такая гамма. Для меня это красивый, сочный, носибельный оттенок. Вот такая красота у меня теперь есть. Я осталась довольна, показала вам, и теперь с удовольствием буду пользоваться, потому что у меня это все давно уже лежит. Здесь, конечно, даже не знаю, что больше, футляр восхищает, вот такая красота, или внутри помада. Ну и, конечно, всегда задаешься вопросом, почему как можно больше производителей не могут что-то вот подобное придумывать, ну вот хотя бы снаружи, да, какую-то интересную упаковку, но, конечно, по более приятной стоимости, ну, потому что 2000, даже, ну, помада это 2000 со скидкой стоит, насколько я увидела на сайте, ну, конечно, это дорого действительно. И вот такая красота теперь появилась в моей коллекции. И вот такие милые-милые малышечки. И на этом, девочки, я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока!